в этом году, учитывая карантинные меры, рекомендация остаться дома. В храмах, в которых будет совершаться богослужение, будут соблюдаться особые жесткие и беспрецедентные санитарные меры. Для тех людей, которые остаются дома, всегда есть возможность отпраздновать этот праздник и дать почувствовать, чтобы дети почувствовали, что пришел этот праздник. Красим яйца, готовим пасхальные блюда, молимся, смотрим богослужение по телевизору, которое будет совершать Святейший Патриарх Кирилл, митрополит Павел.